29 декабря в Большом зале Дворца культуры «Спартак» состоялось общегородское собрание, посвященное празднованию Нового года. На мероприятие были приглашены представители муниципальных, республиканских и федеральных организаций, ведомств и управлений, общественные и спортивные деятели. Официальную часть собрания приветственным словом открыл глава Хасавюрта Зайнудин Акмазов. Жители Хасавюрта, с наступающим Новым годом, пожелать всего самого наилучшего, будем ждать от Нового года. Самого хорошего, пускай все ваши мечты сбудутся в новом году, негатив остается в уходящем году. Вот нам создали под эту зимнюю сказку, пускай немного наша жизнь будет приближаться к этой сказке, хорошей, доброй сказке. Всего вам хорошего, всех вас, ваших близких, знакомых, от всей души поздравляю с наступающим Новым годом, с праздником вас! Далее для горожан и гостей города артистами и танцорами творческих коллективов была подготовлена интересная, насыщенная концертная программа. Выступающие артисты в своих номерах попытались передать праздничное настроение. Слова поздравления в адрес хасавюртовцев выразили также представители городских организаций и управлений, обозначив, что в текущем году были достигнуты высокие результаты. Город претерпел положительные изменения во многих направлениях. Хочу поздравить всех хасавюртовцев с наступающим Новым годом, пожелать всем здоровья, благополучия, чтобы Новый год новыми идеями, новыми замыслами удался, так же, как и 2017 год. Дорогие жители города Хасавюрт, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы в новом году у вас было все намного лучше, чем в прошедшем. Пусть и в материальном плане все у вас будет хорошо, пусть и в семье у вас все будут счастливы, все пусть будут здоровы. Всего самого наилучшего, чего только можно пожелать самым родным и близким. Всех вам благ. После ряда выступлений была проведена торжественная церемония награждения республиканскими и муниципальными поощрениями наиболее отличившимся горожанам по итогам 2017 года. Также была обозначена правительственная награда временно исполняющего обязанности главы республики главе муниципалитета, полученная накануне за заслуги перед республикой, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу. Вика Сулейманова, Расул Гаджиев, информационная программа «Пульс».